Теперь поговорим о вводе-выводе. Ввод вывод в C++ также представлен в двух стилях. Ввод вывод в стиле C и ввод вывод в стиле C++. Мы будем использовать ввод вывод в стиле C++, но для ознакомления давайте посмотрим, как работает ввод вывод в стиле C. Библиотека CStudio предлагает функции для работы с вводом выводом в стиле C, то есть эти функции соответствуют аналогичным функциям языка C. Для вывода обычно используется функция print. Функция print — это специальная функция с переменным числом аргументов. В качестве первого аргумента она принимает стандартную форматную строку, которая может содержать специальные последовательности, начинающиеся с символа процент. Эти последовательности соответствуют местам, в которые будут подставлены значения из следующих параметров этой функции. То есть, например, первый процент d соответствует второму параметру функции, а второй процент d соответствует третьему параметру этой функции. В данном случае процент d соответствует целому числу, и параметры, которые я сюда передаю, являются целыми числами. В следующем примере у нас в строке встречается одна последовательность, начинающаяся с процента, она соответствует числу с плавающей точкой с двумя знаками после запятой. На это место будет подставлено значение вот этого выражения, то есть значение, которое будет передано вторым параметром функцию print.